Даша, сегодня ты выпускница. О чем ты сегодня мечтаешь? Провести этот день незабываемо, получить новые эмоции и чтобы закончить на самой веселой ноте этот свой путь. Какой ты видишь себя через 10 лет? Звездой телеэкранов, не иначе. Хорошо, твоя формула успеха для этого как? Трудиться, но трудиться так, чтобы это было в удовольствие. Иначе зачем это все надо? И если ты устроишь свою личную жизнь, приведешь ли ты в палац своих детей? Скажем так, свою жизнь я собираюсь строить в столице. Однако я думаю, что когда я буду искать место, куда бы их отдать, я буду руководствоваться тем, а дотягивает ли оно до уровня нашего палаца. Хочу вам пожелать учеников таких, как я, или еще лучше, чтобы все приходили на кружки, которые они искренне любят, отдавались полностью, заряжали всех хорошей энергетикой, замечательным настроением и делали жизнь друг друга лучше.